Köpekler elindesin ey vatan, sen köpekler elindesin ey vatan, sen ihlas etmeyince ölmem ey vatan, gözlemeni gelirem, sen ihlas etmeyince ölmem. Ya, önceden danıştığımız kimi dostlar, her gün bizim bir məruzəçimiz olacaq. Bugün məruzəçi Said qardaşımızdır, Xıçaqoyev. Çeçendir, Çeçenistandandır. Öz kəndisi Avropada oturur. Öncə o məruzə eləyəcək. Ondan sonra bu ətrafda müzakirələrimiz davam edəcək. Və kimin nə təklifində sözü olsa, həm danışılan mövzu ilə bağlı, həm də Türk seçməsi ilə bağlı. Ben görülen işlerle alakadar size malumat verilecekti. Здравствуйте, Саид Бай, добро пожаловать. Мы начинаем нашу конференцию. Пожалуйста, слово вам. Ассаламу алейкум, азизам дустлар, мехманлар. Я с огромным удовлетворением отмечаю для себя, что когда вы, Курбанбей, сейчас говорите на своем языке, что я через слово все понимаю. Хотя я уже 50 лет как не нахожусь в среде, тюркской среде, но вот через слово понимаю, даже уже, мне кажется, лучше, чем немецкий язык понимаю тюркский. Меня вот это сообщение, что я буду вести сегодня вот это вот, немножко врасплох застало. Я хотел бы, Курбанбей, чтобы вы уточнили, так сказать, как наш тема, вот мне там два момента разных сказали, что я так осветил там такую эту проблему. Конкретно, какую мы тему сегодня будем разбирать, кроме той основной нашей темы? Честно говоря, я хотел бы, чтобы вы рассказали, вот мы сейчас говорим о отношениях туркоязычных населений, туркоязычных государств, да? Да. Но есть и другие народы, народности, этнические группы, которые исторически имеют практику проживания с турками вместе и с ними дружны и могут и будут жить с турками вместе. Вот в этой области какие проблемы, по-вашему, может появиться и есть, или в будущем может быть, и как это решить? Как вы видите все это? Пожалуйста. Спасибо. Ну да, вот я об этой вот основной такой парадигме как раз и думал. Но что мы имеем? Что мы имеем? Ну, как я люблю, вот это очень мне нравится, такая-то пословица, все конфликты рождаются от недостатка информации. Это очень глубокая такая пословица, очень емкая, и она применима и в нашем сегодняшнем случае. У нас нет конфликта с турками у чеченцев. Есть обычная недопонимание, может быть, незнание, скорее, не то, что недопонимание, а незнание друг друга в достаточной степени, Например, я, ну, на территории, так сказать, постсоветского пространства,
ну, нас хорошо, кто знает, это ну, наши соседи и казахи, наверное. Потому что очень большую, очень тяжелую часть нашей, так сказать, истории мы провели в Казахстане, куда были высланы весь народ. Вот, и нам там пришлось в тяжелейших условиях. Ну, это два предмета, так скажу, которые, чтобы люди, которые вот не знают этого, знали. Нас выслали где-то около 600 тысяч человек. В первое время, первый год-два, мы лишились 240 тысяч человек. Momentu, minisuk, пожалуйста. Paşa Bey, mən üzr istəyirəm, gəlin danışan Said Bəylə ki, tərcüməni hansı qaydada eləyəsiniz? Özü məsləhət bildiyi də bir fasilə versin ki, siz tərcümə edə bilərsiniz burada türk dillər üçün. Yaxşı. Demək, Said Bey indi danışır şey, bütün... Neyəs, sən, yox, siz əvvəl Said Bəyə deyin mənim dediyimi, o bilsin. Вы свое выступление иногда останавливаете в абзацах в основных местах, чтобы я мог переводить. Хоп. Когда мысль закончите, тогда можно остановиться, я переведу. Хорошо, Пашабей. Сайт Пайдичи, Данштичи, bütün karşıdurmalar, bütün konfliktler, problemler məlumatsızlıqdan, bilgisizlikdən ileri gəlir. Və insanlar, xalqlar, toplumlar bir-birini tanıdıqca uzunbədən sorunlar da azalır. Və misal çəkir, deyir, bizim türklərlə, türk dilli xalqlarla çeçenlərin arasında bir anlaşılmazlıq, bir sorun heç zaman olmamış yoxdur. Və özlərinin bir millət olaraq, toplum olaraq Qazaxıstan çöllərinə 45-ci ildə sürgün olunması haqqında danışır. Deyir ki, o zaman bizi bütövlükdə toplumu köçürtdülər Qazaxıstana 640 min nəfər təxminən bu qədər adam idik. Çöllərə atmışdılar, pis vəziyyətdə çox hazırlıqsız yaxalandıq və 1-2 il ərzində o 640 min nəfərdən haradasa 200 mindən fazlası öldü, məhv oldu. Продолжай, пожалуйста. Мне очень приятно, что меня будет переводить Пашабей, один из образованнейших людей азербайджанского народа на сегодняшний день. Мы с Пашабеем, кстати, буквально день-два назад как раз обсуждали вот именно эту тему. Пашабей, перевод. Said Bey deyir ki, biz bir iki gün bundan əvvəl Ləf Paşa Bey ilə bu mövzuda konuşurduk. Вы не все перевели. Хвала, хвала убивает мужчину. Said Bey, я прошу, прошу честь. Да, 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 да. Но я настоятельно прошу переводить меня, это когда я говорю точно все, что я говорю, да? Пожалуйста. Буквально это перевод. Это очень важно. Хорошо, 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 я буду переводить. Мы с уважаемым Пашабеем коснулись корней нашего народа, его происхождение, его, так сказать, развитие в том тысячелетии, два тысячелетия назад, три тысячелетия назад и сегодня. Почему? Потому что, как говорится, не стреляй в прошлое из пистолета, иначе будущее выстрелит в тебя из пушки. Мы неразрывно связаны с нашими корнями, с нашей историей.
И не зная этого, мы не можем уважать друг друга. Sait Bey deyir ki, biz bizim xalqımızın, millətimizin 2000, 3000 il bundan əvvəlki tarixi, onun kökləri, onun keçdiyi yol, onun törəyiş bilgiləri haqqında xeyli konuşduq, danışdıq, söhbət elədik. Və biz tariximizi, keçmişimizi bilməsək, biz heç nə eləyə bilmərik. Belə bir atalar sözü də, Rus atalar sözünü misal çəkir ki, əgər demək keçmişə tapanca ilə vursan, gələcək sənə mərmi ilə topla cavab verər. Мне вспоминается выступление секретаря Осетинского обкома партии на пленуме, на очень большом заседании, где было, ну, в принципе, вся советская власть того времени представлена. Это было, я не помню точно, я могу ошибиться на год, на два, это 89-й или вот, ну, в период перестройки там, вот в это время. Завязалась какая-то полемика между одним из руководителей какого-то региона или ЦК Компартии. Ну, не то чтобы полемика, но так, тот говорит, что там об уважении нации друг к другу, о почитании этой нации и о том, что нации все равны. Ну, где-то так, когда тот высказался. Этот Осетинский первый секретарь, или там, не помню, или он второй секретарь был, ну, факт, что он был из правящей элиты того времени, Осетии, он сказал, простите, я не могу с вами согласиться. Весь зал насторожился. Вы говорите, что вы меня уважаете. А вы знаете, кто такой Костах Хитабуров? А вы не знаете, кто такой Тембаб Булатов? Тот говорит, нет, не знаю. Как же вы меня можете уважать? Я знаю русскую историю, хотя я ее не преподаю, хотя я к ней имею весьма косвенное отношение, как не более того, как образованный человек, проживающий рядом с русскими. Но спросите вы меня про поэзию России, русского народа. Спросите меня про исторических ее деятелей. Спросите меня про первопечатника и последнего писателя сегодняшнего. Я вам отвечу. Почему? Əhvalatı üzr istəyirəm. Yaşa bilirdim sayda. Bir əhvalatı danışır ki, Sovet dövründə təxminən 1989 sənəsində falan Rusiyada bu rəhbərlikdə demək bir konuşmada, bir toplantıda xalqların bir-birinə sevgisindən, bir-birinə gözəl baxışlarından, münasibətindən filan söhbət gedəndə Asetiyanın, Asetiya bir Asetinlərin bir cumhuriyyətidir Rusiyada. Asetiyanın başçısı ya başçısının yardımcısı o birdən bu zalda, bu toplantıda gedən bu söhbətlərin kəsib dedi ki, mən bununla razılaşa bilmərəm, razılaşmıram, bu doğru deyil. Və toplantıda bir səs getdi, bir diqqət yetirildi ki, nasıl olur, xalqların dostluğu falan bundan söhbət gedir. Sovet dövlətinin, Rusiyanın ən önəmli şüarlarından biridir və bu dövlətin, bu cümhuriyyətlərin birinin başçısı bu toplantıdakı gedən söhbətlə, yəni bu xalqların dostluğunla razı deyib. O izah eləyir, soruşur ruslardan ki, siz falan kəsləri tanıyırsınız mı? Asetinlərin bir ki, şair yazısının adını çəkir, deyirlər, yox. Deyir ki, bəs mən Rus, baxmayaraq ki, mən müəllim deyiləm, öyrətmən deyiləm və həm də ədəbiyyatçı ədib deyiləm, amma Rusiyanın bütün şairlərini, yazarlarını hamısını tanıyıram, həbsindən məlumatım var. Amma siz bizimkilərin heç birini tanımırsınız, bilmirsinizsə burada hangi hörmətdən, sevgidən, istəkdən söhbət gedə bilər ki, yəni
Eğer bu istekse, eğer bu bir hürmetse, bu sevgidirse, bu karşılıklı olmalıdır. Yani ben sizin yazarları, sizin büyük insanları tanıyıramsa, siz de bizimkileri tanımalısınız. Я не стал углубляться в параллели какие-то, называть вам общественных, политических деятелей, просто эпических героев Осетии. Я вам то, что наверху лежит, сказал, наиболее выдающегося и почитаемого не только в осетинском обществе поэта, там, Костаки Цагурова, но это исторически наш какое-то достижение, какой-то олимп наш в поэзии. Но вы этого не знаете. О каком уважении между нами может быть идти речь? Hem de değil, ben bir просто неуместное на таком представительном собрании. Совершенно верно. Hem de değil, ben dastan kahramanları, ben bu eskiden olan insanların çok az adamın tanıdığı isimleri sormadım sizden. Ben Asetinlerin bugün bilinen, tanınan ve müteber olan başka yerlerde, başka ülkelerde tanınan, başka haklarda tanınan isimlerini İtagurov'u misal çekir, deyim ben bunları soruşturum. Ama siz hatta bunu böyle bilmirsiniz. Ama hakların sevgisinden danışırsınız. Я, ну, в силу, может быть, специфического, так что получилось, что я получил образование высшее и в Ленинграде, и потом в Ташкенте, но политику, вы тогда помните, там ничего нельзя было приподнять больше, чем русское. Но мы уже тогда знали, кто открыл Америку, и что это никакое сравнение не идет ни с Америго Веспуччи, ни с Колумбом. Вот. Мы знали еще тогда, что турецкие мореходы давным-давно открыли и эту Америку, там, и еще дальше этой Америки, и спокойно пользовались лоцманы этими картами. Мы тогда уже знали, что кто такие величайшие поэты в этом мире, кто такие величайшие писатели в этом мире, но мы никогда, у нас было достаточно воспитания и образования, не говорить о превосходстве культур, а только лишь о их значении для людей, для общества, для человечества. И русская культура, и турецкая культура, и английская культура, они все важны одинаково. Мы просто, каждый из нас может ее знать в силу своей образованности. Там, я могу знать 2-3 культуры, Курбан Бей может знать 5-6 культур, Паша Бей может знать 28 культур народов. Это степень образованности просто людей. И поэтому, конечно, мы, чеченцы, знаем о турках, это естественно, больше, нежели чем чеченцы, турки о чеченцах. Совершенно верно. Demek Said Bey deyir ki, biz indi, ben təhsili həm Leningrad'da, bu indi Sankt-Peterburg'da, həm Taşkent'da almışım. Ve biz okuduğumuz dövrde biraz da təhsilin səviyyəsinə görə, bu ali məktəblərdə, yüksək okullarda aldığımız məlum şey, təhsilə görə biz gözəl bilirdik ki, aslında Amerikanı kim ixtira edib, kim açıbdır, bu nə Amerika Vespucci'dir, nə Kolumbdur, bundan əvvəl hələ Türk bir sıra gəmişləri gediblər də, olublar orada, xəritələrdə yazılıb, verilib. Sonra biz gözəl bilirik ki, dünyanın böyük şairləri kimdir, filosofları, yazarları kimdir, amma biz bu barədə çox geniş danışıb, hansısa mədəniyyətin, kültürün, başqa bir kültür üzərində üstünlüyü, daha üstün olması haqqında bir düşüncələr, fikirlər də heç zaman söyləmirik. Çünki bütün mədəniyyətlər, istər Türk mədəniyyəti olsun, istər İngiliz, istər Rus, istər Ərəb və s. Bəşəriyyət üçün, insanlıq üçün eyni dərəcədə önəmlidir, eyni dərəcədə vacibdir, öyrənilməlidir və üstün kültürlər, üstün kültürlərdir.
Ama tabii ki Sait Bey bu mənada da həm də deyir ki, insanlar və mədəniyyət nümayəndələri bir-birini daha yaxşı tanımalıdır. Biz Çeçenlər olaraq türkləri daha yaxşı tanıyırız. Nəinki türklər bizləri, onlar bizi daha az tanıyır, biz onları daha yaxşı tanıyırız. Buyurun Sait Bey. Ну, так как получилось, что Советский Союз и 70 лет доминирования этой национальной культуры, русской национальной культуры над всеми остальными, несколько и в некоторых местах умышленное затаивание истории народов, как и чеченского народа, а особенно тюркского этноса, вот, и истории других народов, умышленное затаивание привело к перекосу национальной политики этого государства. Belə alındı ki, Sovet dövründə Rus mədəniyyətinin, Rus dilinin və tarixinin üstünlüyü, üstün keçilməsi, üstün təqdim olunması Sovet cəmiyyətində tarazlığı bozdu. Belə ki, Rus dilindən və tarixindən və mədəniyyətindən başqa fərqli mədəniyyətləri, o biri xalqların, o cümlədən çeçenlərin xüsusilə də türk toplumlarının, türk xalqlarının mədəniyyəti Sovet dövründə xeyli dəyişik şəkildə, xeyli gizlənərək tədris olunurdu. Yəni, onun əsl mədəniyyəti gizlənməyə çalışırdı. Bu da cəmiyyətdə tarazlığı pozdu, cəmiyyətdə ədalətsizlik yarattı. Но это стало основным и решающим фактором того, что сегодня произошло с Россией. Rusiyanın bugünkü taleyi, o zaman Sovyetlər dövlətinin yani dağılması və sonra Rusiyanın bugünkü duruma düşməsi, xalqlar arasında qarşı durmaların olması, Rusiyanın bir dövlət olaraq gəlişməməsi falan bu şeyləri qəsd edir Sait bəy. Yəni bugün Rusiyanın başına gələnlərdə də o faktorun, yəni o mədəniyyətlər arası birliyinin, o tarazlığın pozulmasının çox önəmli bir yeri vardır. Она перестала существовать в том значении, которое весь мир ее знал. Это была действительно очень мощная и очень притягательная идеологией уже в последующем страной, и у которой были просто блестящие перспективы, если бы не этот вопрос. O dövlət, Sovyet dövləti bütün dünyanın onu tanıdığı şəkildə, bütün dünya necə tanıyırdısa, o cür olmadı və o aradan qalxdı, o dağıldı. Əgər bu məsələ, yəni milli məsələ, millətlər arası münasibətlərdə ayrı seçkiliyin, tarazlığın pozulması, bir mədəniyyətin başqa mədəniyyətdən üstün tutulması, yəni bu halda söhbət Rus mədəniyyətindən gedir, bu olmasaydı, o dövlətin çox böyük gələcəyi, çox böyük sabahı vardı. O dövlət yaşaya bilərdi və bəşəriyyət üçün, insanlıq üçün çox xidmətlər yapa bilərdi. Bu məsələ isə, bu ədalətsizlik isə o dövləti dağıtdı. И сегодня, когда мы с вами, дружно объединившись, сердцем почувствовав цельность, нужность этой идеи тюркского единства, и когда мы мечтаем об этом единстве, и когда мы мечтаем, что вновь воспрянет тюркский этнос, мы стоим перед этим вопросом, как турки поведут себя относительно других народов. Совершат ли они ошибку русских? Это всегда бывало и бывает, когда один этнос больший
Он подавляет и своей культурой, и своей мощью, и своей однозначностью. Все остальные культуры, они, хочешь того или нет, они подвергаются какому-то, какой-то деформации, скажем так, мягко. Aksar hallar indi bugün biz Türk dünyasının, Türk toplumunun birliği, Türk toplumunun dirçelişi, yeniden büyümesi, özünün tarihte ve dünyada layık olduğu yeri tutmasını arzuluyoruz, istiyoruz. Biz buna çalışırız. Bu Türk fontanı, Türk seçmesi ki biz bu ideyanın etrafında toplaşmışız. O da onun bir kısmı, o da onun içinde onun simbollarından biridir. Biz çalışırız Türk dünyası yeniden öz layık olduğu yere gelsin. Aynı zamanda hem de bir düşüncelerimiz var ki gelecekte inşallah ki Türk dünyasının birliği, onun büyümesi, onun dünyada sahip olduğu kudrete çatandan sonra başka toplumlara, başka milletlere münasibeti, bakışı nasıl olacak, necə olacak? Bir sıra hallarda daha büyük dominant toplum, dominant millet, başka daha xırda, küçük toplumlara karşı lazım olan dikkati yetirmedikdə küçük medeniyetler deformasiyaya uğruyor, onlar kiçilir, onlar diskriminasiya görürler. Çıxışın məğzi budur ki, büyük toplumlar adaleti sağlamalı ve küçük toplumların da sadece küçüklerden söhbət gedir. Tabii toplumun büyük kiçiyi olmaz. Sadece küçük toplumların medeniyetini, dilini, örfünü, devlet ənənələrini vs. yaşatmağa bir borcludur. Aslında onlara bir himaye, bir kaygı göstermelidir. Aksine onu əzmemelidir ve tapdalamalıdır. Buyurun. Özür istedim, esas sual kaldı. Esas sual oldu ki, biz bilmeliyiz ki, Türk toplumu da Rusların buradığı səhvi təkrarlayacak yoksa yok? Onu ben dedim. Biz düşünürüyor bu arada ki, gelecekte bu nece olacak? Yani, sualı verdiniz. Сегодня от зрелости общественного сознания тюркского этноса зависит, каким прекрасным будет венок, который мы хотим сегодня сплести и одеть его на голову Башхана турецкого. Будет ли в этом венке маленький цветочек, неповторимый своей красотой и цветом чеченского народа? И где этот цветочек будет? Слава вам. Bir poetik ibarəli bir söz dedi, demək Said Bey ki, biz hamımız arzuluyuruq, hepimizin bir istəyimizdir ki, bir dəmət yığılsın, o çiçəklərdən olan bir dəmət. Orada bütün millətlər, toplumlar Türk millətinin, Türk böyüklərinin başına qoyulsun bir tac olaraq. Amma o dəmətin içində aynı zamanda çeçenlerin de bir çiçeği özünün əksini tapsın, özünün yerini bulsun ve Türk milleti, büyük Türk milleti başka sadece daha küçük milletlere karşı adaleti, onlara sevgini ve kayğını her zaman göstersin. Turan, belə deyə de, Turan prezidentinin deyib başındaki çərəkdə Türk haqları ile bir yerdə çeçen çiçeği olacak yoksa yok, onu bilmək istəyirik. Gözəl ifadə elədi. Сегодня ситуация, мы сегодня маленький народ, нас нет и 2 миллиона. Малочисленный. Малочисленный народ, да, правильно. Сегодня у нас сайлы халдых, без имеси 2 миллион да йох. Но у нас родословная хорошая. Ама bizim soy ağacımız yaxşıdır, iyidir. Мы, несмотря на свою малочисленность, мы воевали 400 с лишним лет против Российской империи. Bizim sayımızın azlığına bakmayarak 400'den
400 yıldan fazla Rus imperiyasına karşı vuruş, dövüşmüşüm, savaşmışım. Наши женщины не успевали, не успевали рожать воинов. Bizim kadınlarımız asker doğmağa çatıra bilmirdiler. O hız yoktu, o hızla talep olunan hız yok idi ki dövüşçüler yetiştirsinler, doğsunlar, dünyaya getirsinler. Вы эту страницу, вы знаете. Поэтому я не буду о ней распространяться много. Bu meseleden siz haberdarsınız. Bu arada ben geniş çok konuşmak istedim. Я скажу теперь о другой странице, которая сегодня, благодаря средствам массовой информации, благодаря тому, что мы получили доступ и к турецким архивам, и к турецким библиотекам, и к ученым Турции, археологам Турции, к ихним достижениям и к другим. Сегодня мы, чеченцы, мы 350 тысяч находимся в Европе, и у нас появился доступ к архивам Бельгии, Дании, Германии, Англии и всех европейских стран. Против чеченцев в эти 400 лет из 460 генералов российской армии 268 представляли иностранцы. То есть против чеченцев в то время воевала вся Европа, элита такая. Лермонтов, по-моему, у него есть такая строки такие: «На ловлю счастья и чинов». Он про Дантеса там пишет, на ловлю счастья и чинов, вот это немецкое государство, оно было немецким изначально, это российское, там, потому что немка правила, и там вся элита, если вы возьмете историю, то увидите, что все это было в руках немцев. Так вот, те генералы, которые воевали в то время, сегодня, если мы не можем доверять русским архивам, русской библиографии, русской историографии, вы все образованные люди, и вы знаете, что она была извращена из... Это было вообще, что это их история, куда ни сунься, везде ложь там. Куликовской битвы не было, там Псковской битвы не было, этого не было, этого не было. Какого возьми ни героя, будь то сказочный даже персонаж, Бабу-Ягу и ту слямзили в Индии, Ивана Сусанина слямзили у грузин, ну я не знаю, там вот такая вот слепленная история там, как вот колобок. Лепили вот там по сусекам, там наскребли, и вот как этот колобок, это русская история, да, рухнула. Bugün bizim Türkiye'nin ve Avrupa'nın arşivlerine elimiz çatır. Onlar bu arada dahil olabilirik, malumatlar toplayabilirik. Avrupa'da ile 350 bin seçim var ve biz de Avrupa arşivlerine dahil olabilirik. Aynı zamanda Rusya'nın ve Türkiye'de yaşayan seçenler, Türkiye arşivleri de, alimlerinin, araştırmacılarının yazıları da el satan oldu. Ve biz bilirik ki Rusya'nın, Rusların seçenlere karşı savaşan 460 generalından 200, bu 400 ərzində 460 generalından 268'i Avropalıdır. Böyük çoxunluğu da Almandır. Və ümumiyyətlə Rusiya dövləti də, dövlətçiliyi də, onun tarixi də, keçmişi də, mədəniyyəti də əsasən başqa-başqa toplumlardan alınma sujetlər, alınma, yığma məlumatlarla doludur, huzur yaranıb və misallar çəkir müxtəlif dastanlardan, müxtəlif epik şəxslərdən və tarixi şəxslərdən, onların milli mənsubiyyətindən, əsasən də Alman dövləti olduğunu, Almanlar tərəfindən idarə olduğunu tarix boyu
ve bir növ yalancı bir tarixin, yalancı bir mədəniyyətin yaradıldığı ve insanlara sunduğu barədə məlumat verir Səid Bey. История, которая сегодня и вот на постсоветском пространстве была представлена народу, народам, там более 150 народов проживает, она, как мы убедились уже сегодня, была насквозь лживая, насквозь неподтвержденная, придуманная только лишь с одной целью – возвеличивание русского этноса. Все, халас. Tamam. Bugün biz bilirik ki, eski Sovyetler Birliği'nin arazisinde o tədris olunan, insanlara öğretilen, deyilen, söylenen tarih tamamıyla yalan bir tarihti, tamamıyla uydurulmuş bir tarihti ve bunun bir məqsədi, bir isteği, bir hedefi vardı ki, nasıl olur olsun, neyin bahasına olur olsun, Rus etnosunun yükselmesi, Rus etnosunun başka etnoslardan daha üstün halde olmasını göstermeydi bu maksat. И сегодня оказывается наиболее достоверным, наиболее тем, которым можно доверять источникам в историографии, публицистике, в библиографии, в литературоведении, везде, оказывается, это мемуары путешественников, которые проходили в Чечне, воинов, которые там воевали, это вот там бельгийских, голландских, английских, там солдат, офицеров, которые сражались против чеченцев. Вот ихние мемуары, и которые из них выжили, дожили, и они уехали к себе на родину, и они написали. Вот это, оказывается, наиболее достоверное, наиболее точно отражает те события, которые там проходили. И мы увидели, что оказывается, когда русские в своей историографии говорили про чеченцев, что это дикари, что это люди, которые надо истребить, они так и высказываются, их не, есть генералов высказывают, что они не имеют права жить на такой роскошной территории, климатически, природной, материальные условия, что они не имеют права жить там, вот Альшевский там, кто-то там, и что Россия выполняет историческую миссию народа, так сказать, цивилизатора. Ну, это была такая парадигма, она была и у бельгийцев, и у американцев, у немцев в своих колониях. Они ее просто, даже в этом у них не было своей такой вот парадигмы, да? Теперь... Переведите, я потом доскажу. Demek, o zaman Rusya xəttiyle Çeçenistan'da, Çeçenlere karşı Kafkaz'da vuruşan, savaşan o Belgiyalı, Alman, İngiliz generallarının da siyasetçilerinin de belə bir fikir aşılamak istediler dünyaya. Ki Rusya aslında Qafqaza ve başka türk toplumlarına da hamsinin bir sivilizasiya getirir, bir medeniyet getirir, vahşi bir yerleri demeli vahşi yerleri qurur, yaradır, düzeldir ve aslında burada yaşayan toplumlar, o cümleden seçenler, təbii baxımdan, iqlim baxımdan bu kadar güzel bir torpaqda, bu güzel bir təbiiyyətdə aslında yaşamağa da heç layık değiller. Onlar bu torpaqlar üçün, bu bərəkətli torpaqlar üçün, bu kutsal torpaqlar üçün çox vəhşi toplumlardır. Aslında bunların buralarda doğulmaq, yaşamaq, buraları idarə etmək hüququ belə yoxdur. Və Rusiya bunlara bu hüququ gətirir, Rusiya bunlara bu bilgiləri gətirir, bu mədəniyyəti gətirir. Belə bir fikirlər, belə bir paradigmalar aşınmağa çalışırdı. Ama biz bugün görürük ki, arşivlerde gelen askerlerin, gelen seyyahların yazdıkları memuarlar, yazdıkları hatıraları tarixi baxımdan yegane, doğru, düzgün mənbə kimi hesab oluna bilər. Azad Bey nəsə demək istəyir? Bayaqdan ayağa... Ben gördüm Azad Bey
Özür dilerim Said Bey. Azat Bey'in size bir sözü var. Buyurun Azat Bey. Biz farklı bir daha toplantımız var da kusuruma bakmazsanız. Ben kısaca Said Bey'in söylediklerine katılsam, bizim bir iç toplantımız da vardı aynı bu konferansta. Kendi grubumuzun arasında. Ben sadece şunu katmayı istiyorum. Genellikle bizim hiçbir milletle önemli olan şeyimiz, sıkıntımız yok. Şu andaki Orta Asya'da da ya diğer ülkelerde. Sadece ben demek istiyorum ki Ruslarda 300 yılla genellikle Kıpçak boylarından olan Tatarlılar. Azat Bey özür dilerim. Yaxşı olar ki siz fikriniz Rusça konuşarsınız deyəsiniz. Said Bey Rusça daha güzel anlayır. Sonra tercüme ederek Türkçe'ye olur mu? Niye? Ya periodu это на русском языке. Просто я сейчас ilk önce Türk kardeşlerimize söylemek istiyorum. Demek istiyorum ki Rus aslında bizim hiçbir millet etnik milletlerle bir sıkıntımız yok. Ama sadece Kıpçak boyundan olan Türkler işte biliyorsunuz Tatarlar zamanda 300 sene işte 300 yıl dönem civarında işte 3 asır oluyor. 3 asır devamında şimdiki yeni işte Rusya'nın topraklarını sakladığından dolayı bunlara genetik olarak böyle bir korkusu vardır. Türkler kuvvetlense, Türk fark etmez, Türk dilli konuşan milletler kuvvetlense bir de aynı duruma geliriz diyerek ondan bir korkusu vardır. Örnek olsun Paşa Bey biliyordur, tarihçi, bir de akademisyen. Biliyorsunuz Türk'ün milletleri Stalin diyerek bir siyasetçi vardı. Ondan önce tabii ki bu Rus İmparatorluğu işte Rus İmperya civarında bu çay neydi? Türkmen çay sözleşmesi vardı. Onun ile İran padişahına işte Pehlivi, o günkü Pehlivi, şu andaki Güney Azerbaycan'ı peşkeş çekiyorlar. Azat Bey, Kacarlar da onlar, Kacarlar, Pehlevi değil. Orat İran Tuş devletiydi oralar o zaman. Evet, ondan sonra ya olmasa biliyorsunuz 1885'te, 1887'de o civarlar gibi Türkmen Sahra bölgesini İran'a peşkeş, aynı şekilde peşkeş çekiyor. Genellikle bizim kendi Türklerimizin bir şöyle bir sıkıntımız var maalesef. Biz genellikle işte biliyorsunuz fazla bir devletlilik kurmak, devletlilik kurdu, töreni kurduktan sonra bile fazla sultana falana itaat etmek biraz da şey olmuş, genetiğimizde diğer boy farklı boya dinlememiş. Ondan dolayı genellikle biliyorsunuz işte şimdiki bu Kuban kazanları kazakları dedikleri bile genellikle Türk boylarındandır. Ama Ruslar ne yapmış? Biraz da mantıklı çalışarak genellikle Türk'ü askerlerini paralı asker gibi kendisi savaşıp da alabilmedik boylarına ya milletlerine karşı bizi kullanmışlar. Türk'ü boyları kullanmışlar. İşte biliyorsunuz Kafkasya'nı kazandıkları zaman Orta Asya Türklerini kullanmışlar genellikle. Kıpçakları, Oğuzları, orada Karluklar da var. Orta Asya'nı kazandıkları zaman olsa Kafkas milletlerini kullanmışlar. Bu bizim bir sıkıntımız. Şu andaki yeni Rusya'da bile genellikle farkına varsanız bir yerde savaş olsa, Rusya'nın şeyi olsa, şu Sovyet Birliği'nin Afganistan Savaşı'nı alalım örneği. Orada bile genellikle Türk boyları çoktu. Savaşçı olarak, asker olarak. Bu bizim nasıl desem şu özümüzü unuttuğumuzu gösteriyor gerçekten de. Bu coğrafi gigimonlar olan işte devletler, kuvvetli devletler genellikle işte Stalin'in bir siyaseti vardı. Milleti yok etmeyi istersen onun dilini yok et ilk başta. Öylece zamanda Uygaristan'da Çin'e peşkeş çekilmişti 36'da. Aynen öyle siyasetle Türkmenistan'ın, şimdiki yeni Türkmenistan'ın toprakları, İran toprakları oldu. Aynı Azerbaycan, siz doğru not aldınız, işte hatta belirttiniz.
Güneydoğu Azerbaycan devletini bile zamanında peşkeş çekti. Rusların bir korkusu var. Rusların derken yönetiminin korkusu var. Kremlin devletinin korkusu var. Türkler birleşse yine kuvvetlenebilir. Yine biz geride kalabiliriz diyerek bir sıkıntı var. Теперь я бы хотел бы перевести это на русском, на русский язык. Я большинство, вот, конечно же, вы правильно сказали, что у турков и у чеченцев нету на друг другу никаких претензий, потому что все-таки мы и культурно, и религиозно, мы почти что один народ. Но мы были всегда как-то пешками тех или иных государств, которые в свое время даже при царской России и до этого использовали нас против друг друга. Вот элементарно, когда завоевывали Среднюю Азию, они использовали кавказских народов для завоевания, потому что у них дух был высок. Такие еще кавалерийские полки были, дикая дивизия. Они использовали большинство кавказцев. А когда они завоевывали Среднюю Азию, они использовали Кавказ, а когда кавказцев завоевывали, они использовали среднеазиатских тюрков, эти копчаки, те же самые и остальные нации. Но я понял одну вещь. Наше объединение действительно и современной тем или иным государством, политическим гегемоном, это невыгодно, потому что они... Вот вы знаете, что современная Россия 300 лет в свое время держал копчакские татары, так скажем. И за это у них вот этот страх есть все-таки. И они не хотят, чтобы мы объединились и смогли построить сильное государство или сильный этнос. Даже в Афганистане большинство, вы прекрасно знаете, когда в 1979 году в Афганистан вторглись советские войска, эти были, опять же, так скажем, батальоны тюркских народов и кавказцев, потому что у Сталина была такая политика: если хочешь уничтожить народ, уничтожи его язык. Эта политика так и продолжалась. Они хотели просто у нас идентичность полностью уничтожить. Или взять... Вы знаете, что три сейчас тюркских народов находятся на чужой территории. Вот современный Уйгаристан, это в свое время Сталин в 1936 году подарил современному Китаю Мао Цзэдуну. Это был подарок, можно сказать, в таком виде. Или был такой подписант, это был тогдашний перский шах, это Пехлеви, старший, получается, дед Пехлеви. Был Туркмено-Чайкурский соглашение, когда Азербайджан, часть Азербайджана отдали территорию современной Иран. Или тот же самый 1885 до 87 года туркменские территории, это Туркмен-Сахра, территория такая есть, его отдали территориям современного Ирана. Таким образом, нас полностью хотели уничтожить. И я полностью с вами согласен. Когда же даже была депортация кавказцев в Среднюю Азию, они думали, что не только кавказцев же было, и были еще и казанские татары, и другие татары, тоже башкирские и остальные татары. Они хотели просто уничтожить ту или иную духовную силу, которая объединяла нас. И таким образом мы потеряли свою идентичность и забыли историю. Спасибо большое, я закончил. Большое вам спасибо за обновление этого экскурса. Это все, да, действительно, это наша история. Вы во всем то, что рассказали, и это все мы с вами знаем, и это... Сегодня как раз мы об этом говорим, но я говорю это со стороны со своего народа, чтобы не занимать ваше внимание общей историей. И у меня была просьба от вас, чтобы я осветил именно вот чеченский аспект. И поэтому ваше выступление, оно... расширила, украсила, можно сказать, нашу эту тему. Вам большое спасибо. Я думаю, что
Паша Бей, вы переведете? Да. Сайд Бей söyledi ki, bu dünya tarihinde başka halklar tarihinde baş veren olaylardı. Teşekkür etti Azad Bey ki biraz daha geniş malumat verdi, daha büyük coğrafyanı ahate etti. Dedi ki, biz de bunları bilirik. Sadece olarak bugün benim hedefim, benden istenmişti ki bu meselelere Çeçen mövqeyle, Çeçenlerle bağlı baxışı deyim ve ben daha çok zaman almamak için, zaman kaybetmemek için daha büyük coğrafyanın tarihini, geçmişini ve Rusların olarak öğrettiklerini söylememek için zamanın azlığını nezere alarak sınıf Çeçen problemi, Çeçen sorunu üzerinde konuştum. Çeçenlere karşı törədilən bu cinayetlerden söhbət açtım. Buyurun Said Bey. И вот, заканчивая свое выступление, я остановился на том, что наиболее точные источники, наиболее верные источники о том, что представляла из себя та сторона, которая противостояла такой огромной империи, которая 24 миллиона квадратных километров противостояла около 60-70 тысяч квадратных километров, которые, ну, немыслимые сравнения, немыслимое сопоставление. Вот как это так получилось? Ну, это не может быть. Ну, это, ну, просто это в истории нет такого вот, нету, ну, второго момента, или как сказать, прецедента, ну, 400 с лишним лет. Маленький народ, что же его держало? Что питало этих людей? Bir sual çıxırdı ki, 24 milyon kilometre kare sahası olan dünyanın en büyük bir imperiyasının karşısında 60-70 bin kilometre kareli bir coğrafyaya sahip bir toplumun, bir milletin, bir medeniyetin bu cür direniş göstermesi, 400 yıl arzında direnmesinin sebepleri neydi? O gücü hardan alırdılar? Bu meselelerin öğrenilmesinde, bilinmesinde yegane doğru, tek yegane doğru düzgün mənbə məhz oralara gelmiş, görmüş, oralarda döyüşmüş, o cümleden gezmiş ve ticaret yapmış insanların memuarları, yazıları, yazdıkları özlerinden, yani devletlerin iştirakı olmadan, devletlerin ve siyasilerin rolu olmadan özlerinden yazdıkları hatırlar ve gördüklerini kaleme aldığı senetlerdir. Если мы такие дикие, если мы такие тупые, если мы такие варвары, как же так получилось, что цвет генералитета Европы, который руководил этой русской солдатской массой, иной раз армия, доходившая до 300-400, а то и более тысяч солдат, 400 лет никак не могли эту горстку победить. Как так получилось? Сумирить. Əgər biz bu qədər vəhşi və barbar idiqsa, onda necə olur ki, 400 il ərzində çox saylı Rus ordusunu idarə edən, o zamanki Avropanın ən üstün generallarının idarə etdiyi və o böyük bir miqdarda, bəzi hallarda 300-400 min insana, əskərə çatan bir böyük bir ordunu idarə edən Avropanın üst generaliteti 400 il ərzində bu vəhşi və barbar tayfanı məğlub edə bilmədi. Ramayə bilmədi. Gözəl fikirdir. И когда сегодня мы сунулись в эти английские, немецкие, турецкие библиотеки,
мы начинаем находить мемуары, которые писали эти немецкие, голландские, французские генералы, которые управляли русской армией. Оказывается, чеченцев они сравнивали, наши деревни, наши поселения, они говорили, они своей аккуратностью, своей чистотой, своей продуманностью, ихняя мелиорация, ихнее скотоводство, ихние школы, образование выше, чем у нас в Европе, они пишут. Bugün biz arşivlerde o həmin sözü gedən generalların, hərbçilərin memuarlarını, yazılarını gördükcə onların verdikləri xəbərlərdən məlum olur ki, onların düşüncəsinə görə o zaman, yəni söhbət 18-19-17-ci yüzyıllardan gedir, Qafqazın o cümlədən çeçənlərin köylərindəki, şəhərlərindəki, kəndlərindəki təsərrüfat həyatı, o evlərin gözəlliyi, o təsərrüfatın quruluşu, okulları, məktəbləri və s. Yəni həyatı, həyatı, cəmiyyət həyatı, toplum həyatı Avropanınkindən daha üstün, daha gözəl bir haldaydı. Если культура народа если культура народа определяется умением его обработки металлов, извините, в Чечне на поясе у молодцев чеченских висела узорчатая сталь, которая до сих пор не знает секрет производства. До сих пор не знают секрета производства. У чеченцев полководца на поясе висела гурда, которая разрубала не только человека в амуниции, но и их ружье напополам разрубала и не оставляла ни одной зазубрины. Если культура народа определяется отношением к женщине, то Александр Казбеги, классик грузинской литературы, писал: «На Кавказе нет и не было чище и свободнее чеченки. Смело шагает она по горам, весям своей родной страны. И если найдется хоть один, который обманет ее, то тысячи кинжалов обратятся против неверного». Əgər toplumun mədəniyyətinin tərəqçinin göstəricisi metalın, dəmirin deyək ki, istifadəsindən o ölçülürdüsə o zamanlar, bizim babalarımızın daşıdıqları xəncərlər, bizim böyüklərimizin demək belindəki qılınclar, onların dəmirləri, onların polatları o dərəcədə bir bərk, o qədər iti, o qədər güclü idi ki, bu günə qədər də onun sirrini hələ tapmaq mümkün deyil. Bəzi arxivlərdə falan da onlar qalır və bu gün də onun heç sirrini tapıb bilmək mümkün deyil. Əgər cəmiyyətin həyatının üstünlüyü qadına, özdə müsəlman söhbət İslam bir cəmiyyətindən gedir, qadınla bağlı münasibətdən isə, o misal çəkir, deyir ki, Gürcüstan, Gürcə ədəbiyyatının klassiki böyüklərindən biri Kazbeki yazır ki, Qafqazda Çeçen qızından, qadınından daha təmiz və daha azad bir varlıq yoxdur və heç kim də onları aldada bilməz, yoldan çıxara bilməz. Əgər ona qarşı kiminsə bir aldatmaq düşüncəsi olsa, millərlə xəncər o düşmənə qarşı yönələr. Yəni, həm qorunur, müdafiə olunur, həm də azaddır, həm də təmizdir. Təmiz dedikdə təbii ki, onun həm əxlaqı, həm fiziki, hər baxımdan nəzərə, yəni üst mədəniyyət, üstün mədəniyyət barədə məlumat verir. Самый такой гуще, когда эти сражения, накал был на самом высоком уровне, когда ненависть зашкаливала,
когда русский поэт Александр Сергеевич Полежаев писал: христианину ненавистна чеченская кровь. Вот в то время чеченцы не одевали русские кафтаны, русскую одежду, а царь ихний ходил в нашей черкесске. Son sözlərində səs titrədi, eşitmədim Qurban bəy. Axırıncı küçük sözü. Təkrarlasın. İhni kaftanı, işte. Я там уже не услышал. İhni одежды. Demək, döyüşün ən döyüşlərin, yəni o 400 illik savaş müddətinin ən kəskinləşən zamanlarında Rusların bir yazısı, şairi Polijayev deyəndə ki, Hristiyan, yəni xaçpərəstə, Hristiyan dininə olan nifrət eləyir çeçən qanına, çeçən soyuna, o müddətdə bizimkilər, bizim babalarımız Rusların nə geyimini, nə paltarı, nə heç nəyi özlərinə sığışdırıb ümumiyyətlə geyinməzdilər, belə yaxına qoymazdılar. У нашего народа были тысячи и тысячи манускриптов, древних рукописей, которые говорили о нашей истории. Первая задача русского офицера, когда он заходил в чеченскую деревню, село, это было уничтожить всякое упоминание о этом литературном памятнике. Книга, написанная, листок, все предавалось огню. Первая задача была уничтожить историю, литературу и всякое орудие труда, все, что связано с производительностью у этого народа. Bizim xalqımızda çox sayılı 2000 illik, 3000 illik tariximizi əks etdirən yazılar, tarix keçmişimizi özündə gizlədən qədim əlyazmalar vardı. O cümlədən mədəniyyətimizi, o cümlədən poeziyamız, ədəbiyyatımız yazılı şəkildə və Rus ordusunun bizim dağlarımıza, bizim köylərimizə gəlib o köyləri aldığı zaman birinci, ilk tapışlığı buydu ki, harada nə yazı varsa, harada nə bir yazıların toplandığı yer varsa və yaxud təsərrüfat alətləri varsa, təsərrüfatı, yəni yerin işlənməsi, şumlanması, həkim biçim məsələlərində kullanılan, istifadə olunan alətlər nələr varsa, ilk öncə bunlar məhv olunmalı, yandırılmalı və aradan götürülməli idi. Yəni, söhbət bu millətin və demək, zəbt olunan millətlərin həm ədəbiyyatını, həm tarixi keçmişini, həm də bugün kullandıqları mədəniyyətin izini, tozunu itirməkdən bunları vəhşi, bunları barbar kimi dünyaya və öz gələcək nəsillərinə göstərməkdən gəlir. Нам пришлось и свою историю, и свою литературу, и свой фольклор передавать из уст в уста. Və biz toplum kimi məcbur olduq öz mədəniyyətimizi, tariximizi şifahi dildən dilə gələcək nəsillərə ötürməyə yazıları da qoymadılar qalmasını, yazıları məhv elədilər. Yalnız şifahi ədəbiyyatda, şifahi dildə qaldı. Сегодня это фертих закончилось, tamam. Сегодня мы имеем возможность рассказать о себе. Сегодня мы имеем возможность сказать, что мы отпрыски первой человеческой цивилизации. Мы прямое свое происхождение ведем от хуритов, от шумеров, от метани. Это весь, вся мировая история говорит сегодня об этом. Вся мировая история. Что чеченцы, оказывается, это был не просто затерянное племя в горах там где-то, что это были не просто там какие-то варвары, как их называли русские, а это, оказывается, был отпрыск древнейшего первого народа. Bugün biz, bugün biz diye bilirik, danışa bilirik, arşivlerde, tarihçilerin eserlerinde, araştırmalarında bir sıra tarixi məlumatlar, mənbələr üzrə çıxır və biz bugün deyə bilirik ki, çeçənlər o dağlarda sığınmış,
Rusların təqdim elədiyi kimi bir vəhşi bir toplum, bir bədbəxt yazıq bir toplum deyil. O dünyanın qədim dövlətlərinin, dünyanın böyük dövlətlərinin o cümlədən Sumer mədəniyyəti, Hurri mədəniyyəti, Mitanni dövlətinin deməli sələfləridir. O xələfləridir daha doğrusu. O dövlətlərdən, o mədəniyyətlərdən, o üstün mədəniyyətlərdən, əski mədəniyyətlərdən qalma bir toplum. Чеченцы имели тесные политические, общественные, экономические связи с Турцией. Чеченцы Türkiye ile daim medeni, ictimai, yani halklar arası ve siyasi alakaları, ilişkileri her zaman olmuştur. И в 14-м, 13-м, 15-м, не говоря уже за раньше, при дворе турецкого падишаха всегда были чеченские представители. 13-14-15-ci əsrlərdə, ondan öncəki dövrlərdə də Türkiyə sultanlarının, Türkiyə rəhbərlərinin saraylarında hər zaman çeçən nümayəndələr olmuşdur. Турецкая элита, турецкая знать, турецкие просвещенные деятели великолепно знали историю чеченцев, великолепно знали происхождение чеченцев и строили эти отношения не как с каким-то маленьким, каким-то неизвестным народом, а как с почти с равным себе. Очень хорошие отношения и очень уважительные отношения были вплоть до султана Гамида, до последнего шаха Турции, до последнего этого. Но это все русские пытались закрыть, уничтожить, как они делали с нашим вот письменным подтверждением нашей, так сказать, свидетельства о рождении нашем. Вот. Osmanlı sultanları ta sonuncu yani ta Sultan II. Əbdülhamidə'e kadar ki dövrdə bütün Osmanlı sultanları seçenlerle alakalı olubdu ve onlara çok güzel münasibet olub, onları bir xırda, bir əzilməli, bir belə deyək də bir mədəniyyətsiz toplum yox, özlerine kardeş bilib, özlerine beraber bilib, tay bilibdi ve çok üstün münasibetler, üstün ilişkiler qurulubdu. Нас очень многое объединяет. Нам осталось немножко вот это вот листья, вот это мусор, который накидали на наши отношения, отодвинуть в сторону. И вот тогда вся эта лживая русская пропаганда, вся вот эта, которую они, все СМИ, что чеченцы террористы, чеченцы радикалы, исламисты, все и прочее, прочее, что настолько тупое, они даже эту пропаганду не умеют строить. Даже эту пропаганду. Как могут, в Чечне может возникнуть исламский радикализм, когда мы жили 70 лет в атеистическом государстве, когда за то, что я сын прочитать покойнику, мы получали 25 лет и отправлялись в Сибирь. Каким образом, что такое исламский радикализм? Это что, прыщик, что ли, который вот вырастает на теле? Это что ли вероучение? Это что ли вот направление? Как он мог из ничего возникнуть в Чечне? Это ложь необоснованная, неподтвержденная, придуманная и в Лубянке, там в этих, сделанная и, так сказать, растиражированная. Как Геббельс говорил, дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю быдло. Вот ни больше, ни меньше. Сегодня, когда... Саид Бай, Березовский сказал, что дайте мне средства массовой информации, я сделаю лошадь президентом России. Да, он просто перефразировал Геббельса.
Sait Bey söyleyeyim ki bugün de bizim halkımıza, milletimize karşı o qara piyar devam ediyor. Bugün de bizi vahşi köntü kimi, bizi bugün terörist kimi, bugün İslam fundamentalisti, yani İslam radikalı, radikal İslamçı falan bu cür bütün dünyaya göstermek istiyorlar. Ki bunlar terörçüdürler, bunlar quldurdular vs. Esasen de radikal İslam üzerinde kurulmuştur. Quldurluqdan kurulmuştur, terörizmden söhbət gedir. Ve bütün dünyada Ruslar bizi bu cür təqdim edir, bu cür yayır, təbliğ edir. Ama sual olunur ki, 70 yıl ateist dövlətdə yaşayan, ölüsünə bir Yasin oxuyan, oxumaq için 25 yıl sürgün işi, cinayeti, cinayet açılıb sürgünə 25 illik göndərilən bir toplumda birdən-birə radikal İslamizm və xüsusi və bu cərəyanlar necə meydana çıxa bilərdi, necə yarana bilərdi, haradan gələ bilərdi, qaynaqlana bilərdi. Bütün bu hadisələr özləri də və bütün bunun təbliğatı da, qara piyarı da Rus kəşfiyyatında, Rus xüsusi xidmət orqanlarında hazırlanmış və dünyaya, dünyadakı bütün deməli, kütləvi informasiya vasitələrinə göndərilən aletlərdir. Çeçen millətinə qarşı bugün də istifadə olunan, son 400-500 il ərzində istifadə olunan siyasətin davamıdır. И сегодня, когда вот эта зависть пала, этот железный занавес упал, и сегодня, посмотрите, какой мощнейший рывок сделала Турция. Bugün bu, bu dəmir pərdələr düşəndən sonra, bu, bugün artıq məlumatlar, informasiyalar bilinəndən sonra, artıq dünya açılandan sonra görün Türkiyə necə qısa müddətdə çox güclü və möhtəşəm bir sıçrayış etmişdir. Azad bəy, Россия, которая по своей материальной мощи могла бы побить любую страну, сегодня находится в грязи, в болоте, в упадке. Özünün maddi imkanlarına görə, öz torpağının verdiklərinə görə, yəni torpağın altında neftidir, qazı, petroludur, qazıdır və s. və s. O cümlədən meşələr, çöllər, yəni Rusiyada olmayan bir şey yoxdur. Bütün zənginliklər hamısı var. Bu öz durumuna görə əslində dünyadakı bütün dövlətləri əzə bilən, hamısından daha üst halda ola bilən, olmalı olan bir cəmiyyət, bir dövlət kimi Rusiya əslində, amma tam tərsinə bugün dağıntı, səfalət, aclıq içindədir. Türkiyə isə tamam fərqli bir durumdadır. Səid bəy, izvinite, ya üçün proşu vas, Azad bəy, prosi slova. Мысль закончу. Bitirsin, tamamlasın belki sonra. Пожалуйста. А Турция, которая была в забвении, которая была, так сказать, ну, какой-то так, третьей, пятой, шестой страной в общественном сознании постсоветского пространства, вдруг засверкала как алмаз. Неимоверно крупными шагами в своем развитии. Весь мир потянулся в Турцию. Технология, развитие, люди хотят жить в Турции, люди хотят отдыхать в Турции, люди хотят разговаривать по-турецки, люди хотят... Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Это чурки, которые русские вообще считали какой-то, так сказать, придатком каким-то, увечным каким-то там вообще. Вдруг эти люди, оказывается, ни с того, ни с сего. Вдруг такую показали созидательную прыть, что, извините, даже западным странам до них очень далеко в социальном обеспечении. Как это так получилось? Что это, с нуля? И вот тут надо уже открывать историю, что оказывается это не с нуля. Оказывается, турки всегда были созидателями,
хлебопаш сами, мореходами, люди, которые могли устраивать социум лучше, чем кто-либо и когда-либо. Халас. Мы сегодня у правды в преддвериях. Sait Bey deyir ki, Sovet insanının təfəkküründə çox geridə qalmış, belə üçüncü, dördüncü dünya ölkələrindən olan Türkiyə özünü göstərdi ki, əslində Rusiyadan və o əski Sovet Cumhuriyyətlərinin idarəçilərindən qat-qat daha üstün mədəniyyətə sahib olduğundan, köklü mədəniyyətə sahib olduğundan az bir zamanda çox böyük irəliləyiş etdi, öz tərəqqisində, inkişafında. İnsanlar Türkiyədə işləmək, çalışmaq istəyir, orada dincəlmək istəyir, yaşamaq istəyir, türkçə konuşmaq istəyir. Amma Rusiya o səfalət və azlığısını da batır. Və misala əlavə olaraq dedi ki, Sovyetlər dövründə Rus insanının təfəkküründə, fikrində, düşüncəsində laf belə vəhşi geridə qalmış bir yer hesab olunan Qazaxstan, Özbəkistan, Türkmenistan ki, bunlar sayırdılar ki, onlar ümumiyyətlə 5-ci dərəcəli insanlardır. Bu insanlar özləri də bugün Sovyetlərdən sonra öz quruculuğunda da, öz insanlarla münasibətində, toplum münasibətində, şəxsi və ümumi mədəniyyətlərində Rusiyadan nə dərəcədə üstün bir halda olduqlarını bütün dünyaya göstərə bilirlər. Və bunun da səbəbləri odur ki, mədəniyyət keçmiş bugünkü durum bir gün ərzində yaranmır. Yəni, bugünkü tərəqqi, inkişaf, insanların, toplumun mədəniyyət qurmaq qabiliyyəti, bacarığı əskidən qalmış ənənələr, örflər üzərində yaranır. Və Türk milləti istər dənizləri fəth etmək, istər böyük dövlətlər qurmaq, istəyir böyük mədəniyyət yaratmaq, istəyir demək, böyük təsərrüfat qurmaq, böyük zamanəsinin sivilizasyon yeniliklərini yaratmaq baxımından hər zaman öndə gedən toplumlardan biri olub. Nə qədər də onu əsir etməyə, əsarətdə saxlamağa, keçmişini unutturmağa çalışsalar da onun faydası yoxdur və olan üzə çıxmalıdır. И нам остается только сказать вперед, назад. Ваши тормози. Да, güzel bir şua söyledi. Bir bize bir şey kalır. O da demek ileri arkaya. Yani ileri diyende ileri gidirik. Arkaya yani özümüzün büyük geçmişimize doğru ileri gidirik. Bu manada çok güzel bir şua verdi. Вперед в то время, когда мы были братьями, когда мы были едины, у меня все. Bizim arkadaş olduğumuz, kardeş olduğumuz, bir olduğumuz ve büyük olduğumuz geçmişe doğru ilerledi. Daha tamam, bitirdi sözünü Zahid Bey. Azad prosит слово, а потом Руслану дадим. Слово, пожалуйста, Азад Бей. Я бы хотел, ну, подметить, вы правильно сказали, у нас есть еще наши оппоненты, которые еще вообще не разговаривали, ну, так скажем, не сказали слово. Я бы хотел вот это подметить. И Саид Бей хорошие вещи подметил, да, по идее, мы хотим, давно хотим соединиться с общей нашей культурой, так скажем, с тюркскими народами, но есть одно но. Политические гегемоны, как современная кремлевская власть, заметьте, не российский народ, а та или иная хунта, которая захватила власть в Кремле, в данное время не хочет, чтобы элементарно среднеазиатские государства, которые, ну, тюркские народы, да, смогли, так скажем, созидать в общих планах позитивное созидание. Вот элементарно была конференция в Киргизии, в Бишкеке месяц, ну, там была конференция о тюркоязычных народах и объединение тюркоязычных народов в одно государство и в одну платформу.
В тот же день, после окончания этого конференции, началась война, межграничная война Таджикистана и Киргизии. Заметьте, это непросто. Или да. Туркменистан, вы правильно сказали, вот у правительства Туркменистана, она, извините за выражение, конечно же, она не национальное государство. Она не предоставляет интересы туркменского народа. Она предоставляет интересы Российской Федерации, по идее, кремлевской власти. Она вот это на тех или иных политиков, которые у власти, они, понимаете, мечтают о советском власти, о том и другом. Мы говорим, что мы независимы, да, мы говорим, что мы нейтральны, но мы не являемся ими. Мы все еще, как вот раньше в советское время, мы ждали приказа с Москвы, и такой же и продолжается. До сих пор продолжается, да. Азербайджан, такая же ситуация Азербайджана. Да, когда мы, так скажем, еще с Сапарманат Ниязов, с ООНом договаривались о проекте ТАПИ, это был такой большой проект, можно сказать, газовый проект, Афганистан, так скажем, Пакистан, Индия, когда в 2014 году было все стороны подписали этот контракт, почему-то, каким-то образом на территорию современного Туркменистана начали нападать типа радикальные талибы. Хотя до этого, два дня до этого, Талибан с официальным визитом ездил в Москву. Вот. Я просто, понимаете, вы хорошо подметили, что Казахстан, Узбекистан и Туркменистан развиваются, но они не доверяют друг другу. Потому что вот это разногласие элементарное, есть такое месторождение в Каспийском море, называется, тогда еще назывался Сердар, но туркменская страна его называла Сердар, азербайджанская страна называла, как я, если не ошибаюсь, Кипат, вроде бы, да, если не ошибаюсь. Ну, в оконцовке его назвали Дослук. Так получается, почему мы 30 лет не могли элементарно договориться по этим тематикам? Вот, потом уже, под конец они это делают. Но Азербайджан сам ведет свои геолокационные работы сам, а Туркменистан вызывает Газпром. Почему? Мы что, 30 лет за свою независимость не смогли развиться в тех или иных технологиях, что нам приходится всегда вызывать большого брата, давай нам помоги, или давай приди, чтобы ты как колониаст управлял нашим государством. Просто вы сказали, что Туркмения хочет соединиться. Единственное государство, даже в Совете тюркоязычных народов, она всегда остается с краю. Говорит, мы нейтральные. Но если вы являетесь нейтральным, тогда выйдите из СНГ. Нейтралитет вам позволяет выйти из Совета СНГ, стран независимых государств. В свое время Украина и Грузия же вышла. За это я просто, Саид, извините, что так эмоционально, но когда говорите... Тюркские народы объединяются. Тюркских народов, они не смогут объединиться. Пока есть такие, извините, лидеры, там, ну, правители и тому подобное, которые кремлевской власти боятся, как, ну, я не знаю, элементарно. Эти правители, они не предоставляют национальный интерес. Şimdi de ben Türkçe çevirmek istiyorum. Çok affedersiniz, çok zamanınızı almak istemiyorum sayın katılımcılar. Siz de konuşmak, sizin fikrinizi almak da çok bize güzel gelir bize. Ben demek istediğim sadece şu ki, Sait Bey dedi ki şu anda bazen Türkiye devletler birleşmeye başladı. Bazen Türkiye devletler derken şu Orta Asya'daki Türkiye devletler, ya diğer bir, pardon, şu yaklaştırayım. Bazen Türkiye devletleri yaklaşmaya başladı diyoruz. Tabii ki yaklaşmaya başladı. Ama genellikle Orta Asya Türkleri
daha Kremli devletinin etkisinin altından çıkamadı. O da yöneticilerinden dolayı. Yöneticileri gerçekten milletin temsilcisi değildir. Seni duyabiliyorlar. Milletin temsilcisi değildir. Çünkü biliyorsunuz Kremli devleti bu 30 sene bağımsız diyerek, sözde bağımsız diyerek de söylense daha Kremli devletinden emir aldık yönetimler var. Şu en basit de Türkmenistan ya bir diğer Türk Cumhuriyeti. Çünkü biliyorsunuz Kırgızistan'da Kreml Devleti'nin tabii ki Türklerin birleşmesine onaysız olduğu şuradan da belli oluyor. Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde, başkentinde Türk Konseyi'nin toplantısı oluyordu. Tam bir ay oldu. Ondan sonra, bittikten sonra, bir gün sonra Tacikistan ile Kırgızistan'ın kendi aralarında işte toprak birliği dolayı savaş var. Bundan dolayı ben demek istiyorum ki biz gerçekten öyle bir bağımsız siyaset alıvaracak olsak ilk filan kendimizden başlamalı. Kendimizden derken milletler kendi gerçekçi, milletçi bir yönetimler seçmesi lazım. Şu anda tabii ki Türkiye daha iyi yerlerde. Orta Asya devletleri bile azından 20-30 sene geride geliyor. Çünkü teknolojisi var, sanayisi var, Türkiye'nin daha ileri gitti. Ama bizim gitmemize nedir bir şeyler engel oluyor. Çok teşekkürler. Diğer katılımcılara da Kurban Bey rica etsem söz verseniz. Tabii ki. Kurban Bey. Пожалуйста, дайте мне буквально одну минуту. Саид Бай, не дам вам ни одну минуту, потому что среди нас только одна женщина. Ve bizi iddiam edecekler ki Türkler birleşmemişten artık kadınların hüquqlarını pozurlar. Дискриминируют прав женщин. Поэтому я представляю слово нашей леди. Пожалуйста. Самая ханым хочет сказать. Но мне неудобно. Лучше бы человек сказал, а потом бы я могла тоже добавить. Я могу подождать. Это ваше право. Пожалуйста, Саид Бай. Вот видите. Азат, дорогой друг. Спасибо. Большое спасибо вам, прекрасная леди, за предоставленную мне возможность. Друзья мои, чеченцы говорят, и семеро не могут снять штаны с того, на ком их нету. Сегодня, да, сегодня у России очень большие ресурсы. Она, у нее оружие, у нее там кирпичи, у нее там палки, там лес. У англичан то-то, то-то, то-то. И сегодня страны, Казахстан, Узбекистан, они развивались 70 лет они добились своей независимости, у них возникла своя элита, у них возникло свое видение, прочее, прочее. Но это все разные вектора. Но есть вектор, который нас объединяет. Почему нам надо за какое-то месторождение, там, за какую-то там золотую шахту, за какое-то там это. Это нам не надо, нам, господи. Я приеду к Курбану, Курбан, мне слона зарежет, ну сколько я там съем? Ну 100 грамм. Все. Все. Нам сегодня надо то, что у нас в избытке. Нам надо воевать на том поле, на котором мы победим. А что это за поле? Это великая культура тюрков. Величайшая культура тюрков. Это самое большое оружие, самое непобедимое оружие, самое прекрасное оружие. Это красота тюркской девушки, мужество тюркского молодого парня. Это мудрость аксакала, это казахские, туркменские сюжеты, это кино. Это мы должны заполонить весь мир нашей культурой.
красотой нашей культуры. А остальное все к нам придут, принесут и положат. Зрелище нам даст хлеб. Да. Всегда это было. И никто, и никогда по-другому не мог делать. И нет парадигмы в мире этому противостоять. Нашу красоту никто не одолеет. Все идет с востока, говорят европейцы. Вот сегодня мы читаем Пушкина, там маленькие трагедии. Оказывается, он взял это из английского, а англичане взяли это у турков, а турки взяли... Ха! Зачем нам это там... воевать на том поле, где у нас сегодня нету силы? Зачем? Зачем? У нас есть скакун, который самый быстро скачет, которого никто не победит в этой скачке. Нам надо вот чем заниматься сегодня. Протянуть друг другу руки вот на этом фронте, на этой красоте. Обняться, сказать, о, у тебя самый прекрасный костюм, вот у тебя самый прекрасный этот. Я вот на следующем заседании одену халат, который, он предназначался президенту, но попался мне. Я думаю, что красивее этого халата нету в мире, настолько он красив, настолько это одеяние. И сегодня смотрят турецкие сериалы весь да. Не только турки смотрят, не только татары там, нет, чеченцы, наши чеченские женщины там сидят целый день, плачут в этих сериалах. Что нас может объединить больше и лучше? Это кусок хлеба, он сегодня есть, завтра нет, елки-палки. Это для духовности нашей, ну, никакого, можно сказать, значения не имеет. Ну, есть хлеб, но он немножко маленький кусок сегодня. Ну, завтра будет большой. Но это... А красота, она все объемлет. Давайте слово дадим красоте, да, пожалуйста. Давай. Чамаханум. Курбан. Ну, ты круто меня поддержал. Спасибо. Я сначала, наверное, начну на туркменском немножко, чтобы поздороваться хотя бы на своем языке, а дальше уже продолжу, наверное, на русском. И я надеюсь, или Азат, или Пашабей кто-нибудь сможет перевести на турецкий. Я не знаю турецкого, сразу скажу. Принцестена, салам алейкум. Хеммэнгзе улминнатарлым бильдриен. Я немножко волнуюсь, извиняюсь. Ну, замечательно, я рада, что вы понимаете. Я благодарю вас за то, что вы меня позвали, за то, что вот благодарность большая за все, что вы делаете, за то, что вы вот так вот собираете нас воедино. И нам нужно также продолжать, но в то же время я хотела бы добавить о том, что Саид Бей сказал. Ну, я считаю, нам не нужно только вот то, что с нами случилось, вот это все. Да, история важна, но в то же время нам нужно двигаться вперед, я считаю. И в данный момент у нас уже возможность это есть, надо просто это развивать. То, что мы были СССР, это тоже нас сплотило, потому что в какое-то время Туркменистан не только воссоединил туркменский народ, но там жили и узбеки, и казахи, и корейцы, даже чечены, все были, татары, русские, все. И мы стали одной нацией, братьями и сестрами, вот даже за счет того, что мы друг друга увидели, друг друга с другом жили, делились хлебом, радовались друг счастью там друг друга. Поэтому как-то я считаю, нам надо как-то уже развиваться на этом поле. И также я считаю, что если бы мы вот такое с нами не случилось бы, у нас бы, может быть, и не было того, что мы сейчас знаем языки. У нас большие знания в разных направлениях тоже. Также и разные культуры мы тоже в себе воплотили. И таким образом мы даже стали больше, чем были раньше. Вот. С Азатом я полностью согласна. Спасибо, Азат, что ты все это отметил.
Единственное, в чем я с тобой немножко не соглашусь, то, что мы идентичность свою потеряли. Нет, мы не потеряли, мы наоборот обогатились, и традиции нашу, культуру нашу мы с давних пор чтим и продолжаем, и даже не только со времен ислама, например, мы еще и с тингрианизма тоже это несем с собой, с зороастризма. Наша культура, она очень большая, и я не только говорю о туркменской культуре, но больше могу судить о нашей культуре, потому что все-таки я родилась в ней, вот. И, например, мы говорим «Тангри Алкасын». «Тангри Алкасын» — это «спасибо Богу», «спасибо небесам», «Тангри». Вот. А это еще с тех времен у нас осталось. Поэтому у нас, идентичность наша всегда с нами, в нашей крови, я так скажу. И Сайбей, вот мое имя Чимен, в Америке меня иногда называли Чечен. Ну, сочетание. Поэтому хочу сказать, что ваше чеченское, это дух чеченский в нас тоже зародился, так сказать. И мы тоже несем вот этот дух. Мы и раньше считались воинственным народом. Хивинское ханство всегда только туркмен нанимало для того, чтобы охраняли земли. Также хочу добавить, ну, конечно, сейчас у нас, к сожалению, проблема в том, что что-то мы как бы почти растеряли, но в то же время это не считаю я, что мы растеряли. Это просто мы очень еще, к тому, что мы воинственный народ, смотрите, мы еще и очень терпеливый народ. И также мы очень скромный тоже народ. И мне кажется, вот наша скромность, наше терпение немножко перевалило нашу воинственность. Но в то же время наши женщины, если сейчас вот, посмотрите наше оппозиционное поле, вы увидите, что очень много женщин вышло на поле войны, так сказать. Я очень горжусь нашими женщинами, даже нашей молодежью. Вот Азат, например, один из первых, кто открыто вышел на поле борьбы этой, и мы вот с 19 года мы познакомились, и с тех пор вот вместе продолжаем. Были разные моменты, но в то же время мы стараемся укрепляться и стараемся продолжать эту деятельность. Вот. А по поводу России, ну, Россия тоже согласна с тем, что Азат сказал, Россия, которая нас сейчас подавляет, это не россияне, это не народ, а преступная вот эта ячейка в лице Путина, в лице вот этих олигархов всех. И, к сожалению, пока вот этот человек, пока вот этот монстр сидит у власти, я думаю, пока у нас не будет как такового объединения, потому что этот человек будет стараться разъединять нас по-всякому. Ну, то же самое, например, Жириновский тоже. Вся эта шайка-лейка, это она как будто создана для того, чтобы не сплотить нас, а, как говорится, создавать такое настроение, состояние, что мы не сможем этого сделать. Но в то же время нам нужно вот это продолжать, нам нужно общаться с тобой, друг с другом. И согласно с этим нужно культуру нашу развивать, традиции наши развивать, и постоянно нужно вот продолжать нашу борьбу. Ну, геополитика, конечно, это тяжелое дело, очень сложное дело, поэтому про это можно очень много говорить. На этом я, наверное, уже остановлюсь и передам слово, кто сможет перевести. Спасибо большое. Если сможет, да, такой длинный речь. Пожалуйста, я думаю, Азат бы сможет. Çemen hanımefendi demek istiyor ki gerçekten geosiyaset işte biraz da zor bir şey. Ondan dolayı bildiğimiz gibi tabii ki Türkiye devletlerin birleşmesine sadece bir engel var. O engel de genellikle Rus milleti değil de Kremlin devleti ve Kremlin devletini işgal eden bazen alerji veya kanunsuz olarken işte cinayet bir topların devleti sahiplendikten sonra
Fark etmez. Türkmenistan olsun ya, farklı bir devlet grubu olsun. Onların kendi milli düşüncelerini beyan etmekte zorluk çektirmesi sadece şu andaki Kremlin devletinin yönetimidir. Ve bizim şu andaki milletlerin genellikle Türk milletlerinin, Orta Asya milletlerinin birleşmesinin sadece etkisi de bu Kremlin devletinin etki ettiğinden dolayı. Ondan tabii ki biz Kemal Hanımefendi de beni bu konuda takdir ettiğini dile geçirdi. O da neden? Çünkü biz gerçekten siyaset olarak biz sadece tek şanslar işte kendi milli görüşümüz, görüş derken mücadelemizi ve kendi özümüze dönmesini, milliliğimize dönmesini dile geçirmeye başladık. Ondan dolayı tabii ki şu andaki yönetim, Türkmenistan'ın yönetimi biraz da Rus sevdalısı olduğundan dolayı, yani Putin hayranı olduğundan dolayı şu anda belki birleşip bilmeyiz ama bu birleşip bilmeyiz diyerek elimizi soğutmamamız lazım ve mücadelemize devam etmemiz lazım. Önemli olan Sait Bey'in burada nota, Sait Bey'in bir şey belirttiği var. Kültür tarafından bu işlere daha ileri yönetmemiz lazım. Tabii ki Türkmenistan milleti belki tabii ki biraz da olsa da özünü, etnik özünü unutmuş olsa da ama genellikle tabii ki teşekkürlerim, ben burada da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bazen yerde bizim kadınlarımız daha milliyetçi olup çıktı. Bunu da gerçekten bir şey not belirtmek isterim. Çünkü gerçekten kadınlarımız şu anda milliyetçiliği daha iyi anlayışlı. Tabii ki Türkmenlere bu 70 yıl döneminde Rus işgali altında diyelim ya, o Sovyet Birliği'nin Devletler Birliği'ne bağımlı olduğu zaman tabii ki biraz da bizim özümüzü unutturmaya kalkıştılar. Bu bir kötü bir etki tabii ki. Ama kadınlar tabii ki tarihe bir şeyini unutmadı. En önemli şey de biz tabii ki biliyorsunuz Türk'ü boyları olarak biz Gök Tanrı'ya inananlar. Tabii ki o İslam'ı kabul etmezden önce Gök Tanrı'nın izime inanan insanlarız. Ondan her zaman da demeyi istiyoruz ki Tanrı Yalkas'ın ya bir telaffuzumuzda bile biz Türk'üz. Biz özel bir grupuz. Türk'ü milletlerin hepsi bu şeyde tabii ki zamanda şamanizme inansak da ama tek Allah olduğunu ya olması tek Tanrı olduğunu biliyorduk. Hatta Peygamber Efendimiz zamanda dedi ki şimdiki Moğolistan civarlarının Altay Dağları tarafından atrak diyerek milletler gelir. Sizi onlara dokunman. Dokunsanız sizi de yok eder. Bir de İslam'ı daha yayratır bu anda. Atrak da şimdiki bizim yeni dilde söyleşimiz bin Türkler diyoruz. Eskide bize biliyorsunuz atraklar diyerek söylüyorlar. Evet, tabii ki lafı çoğaltır oturmayı istemiyorum. Sadece kısaca bu tercümeni şey yaptım. Teşekkürler. Söz nöbetini diğer sayın arkadaşlara da verebilirsiniz. Kullanayım. Teşekkürler. Azat, можно я еще добавлю очень коротко. Хотела сказать, нет худа без добра, поэтому как бы нужно как-то действительно вот нам положительно, позитивно на это смотреть и смотреть на то, что вот это нас привело всех вместе тоже. И словами Махтамкули Великого сказать хочу тут, что мы всегда чтили всех наших братьев и сестер, и его слова говорили, здесь дружба и братство – закон. Вот для нас это действительно закон. Спасибо. Спасибо вам большое. İzləzə bilirsiniz, Yaşar bəy və hörmətli Mülazim bəy çox səbirlə dinlədi. 2 saata yaxındır dinləyirlər, amma hələlik biz onların fikrini ala bilmədik. Əgər danışmaq... Mülazim bəy, buyurun, söz istəyir Mülazim bəy. Ben konuşmacıları saygıyla, hürmətlə təbrik ediyorum.
Paşa Bey'i teşekkür ediyorum Paşa Bey'e. Tabii iki dilde bizi çok iyi ikna ettiler. Şimdi Kurban Bey, soyumuz, geçmişimiz, ilk Müslüman Türk Devleti'nin kurulduğu 840 tarihine Hazreti Ömer'in zamanına rastlamakta. O tarihten sonra tabii zaman içerisinde Karahanlıların ilk kurduğu Türk Devleti sen ben davası, makam mevki, şan şöhret davasından yok olmuş 1212 yılında. Osmanlı Devleti kurulmuş 1299 yılında. Osmanlı Devleti'nin içerisinde de yine makam, mevki, şan, şöhret ve aynı zamanda biz Türk soyu olarak hakkı çok iyi bilen ve makamı daha iyi ortak şekilde payı paylayacak ve herkesi memnun edecek şekilde olan bir lidere sahip olamadık. Ancak merhum, makamı ruhu şad olsun, Atatürk zamanına kadar bugün Atatürk'ün kendisine ait ne makamı ne de varisi vardır. Ama dünyanın 187 ülkesinde heykeli saygıyla konmuş ve anılmaktadır. Ben Türk soyu olan Türk devletlerinin Atatürk'ü izlemelerini ve birlik beraberlik içerisinde makam, mevki, şan, şöhret değil, sağlık, saygı, sevgi servetine sahip olmalarını diliyorum. Sizi çok bekletmeden önle saati de geldi. Hakkınızı helal edin. Bu konuda birlik içerisinde olmamız en mutluluk ve artık Türk uyanmıştır. Hak doğruyu bulacak. Adil ve adaleti iyi bilen başkanlarımızı, liderlerimizi illaki makama getirip birlik içerisinde dünyaya hür, hürmet, saygı ve insanlık dersini verecek bir Türk devleti olacak. 44 günde Azerbaycan şanlı ordumuz, izlediğim bir konuyu gördüm ki Ermeni kadını çocuklarıyla ayrılmak istemediği Karabağ'dan. Çünkü oraya gelen o Ermenileri zorla getirdiler. O getirdikleri zaman o Ermeniler hak etmediği orada yaşarken, tabii çok güzel topraklarda yaşadıkları için oradan ayrılmak istemediler ama bizim şanlı ordumuz onları yedirip içirip kendi toprağına kadar yolcu ettiler. Ama Ermeniler ne yaptı? Hocaali'de, Karabağ'da çok canlarımızı yakıp ecdadımızı, atamızın çocuklarını, bizlerin çok yakınlarının kafasını kesti, derisini soydular. Lanet olsun öyle bir devlet başka bir ulusun arasında yaşamaması daha iyi olur. Çünkü Osmanlı'nın yıkılmasına en çok onlar da sebep oldu. Saygıyla hepinize hürmet ediyor, teşekkürlerimi bildiriyorum. Çok güzel bir geçmişi hatırladık. Zahit Bey, Paşa Bey, Araz Bey ve bu konularda güzel bir anlatım lütfettiler. Arada böyle bir güzel şeyleri dinlemek bana göre tüm gençliğin bilmesi hak değerdir. Size teşekkür ediyorum Kurban Bey. Var ol. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Paşa Bey, Rus diline zahmet olmasa çevirin. Mülazım ben bu değerli fikirlerini konaklarımız da bilsin. Mülazım abi, onu sakı atsın gibi
значит, этот проект, которым мы занимаемся, а также здесь вот ту сегодняшнюю дискуссию, которая прошла, выступление Саид Бея, и, а также выступление Азат Бея Тиманхана. Он считает, что это такие разговоры, такие напоминания об истории, о прошлом, а также взгляды на будущее, они должны максимально распространяться среди молодежи, среди будущего поколения, а также говорит, что очень много наших тюркских древних империй были созданы, и большинство из них построили великие дворцы, очень создавали богатства материальные, но кроме того еще собственные, то есть были очень богатые, известные султаны, известные падишахи и так далее. Но все эти государства, все эти богатства канули в лету, так сказать, их нет. А Ататюрк – человек, который после себя оставил ни дворца, ни банковского счета, никакого другого материального богатства, но он создал государство национальное, которое признается во всем мире. Он сам стал как бы примером подражания для многих политиков, для многих национальных идеалистов. Я думаю, что весь мир и все эти люди, все народы, которые воюют за свою независимость, за свое национальное государство, за суверенитет, они должны изучать Ататюрка, этого великого человека. И мы также должны всем, значит, тюркским народам довести до молодых людей сведения о нем. А также пожелал нам удачи. Он привел пример 44-дневной войны Азербайджана за освобождение, за возвращение своих территорий. Также привел пример, что армянка с семьей, с детьми, которые армянские женщины, которые были окружены армией и умоляли о пощаде, и они считали, думали, что с ними поступят так же, как в свое время армяне поступали, но азербайджанская армия их напоила, накормила и значит, проводила в Армению культурно и без всяких потерь. И тем самым показывая именно дух тюркский, именно дух исламский, мусульманского народа, тюркского народа. Пожелал нам всем удачи и сказал, что примет участие в дальнейшем тоже. Призывает нас всех быть как бы поактивнее в воплощении этого проекта «Тюркского фонтана». Teşekkürler, minnettirəm. İcazənizlə Yaşar bəyə söz verək. Bayaqdan səbirlə, artıq 2 saata yaxındır. O da Ruslan bəy də gözləyirlər. Yaşar bəyin də bu dəyərli fikirlərini eşitməyimiz çox faydalı olardı. Yaşar bəyin özünün bu konferansdan qabaq biz bir balaca söhbət elədik. Çox dəyərli fikirləri var. Türk dünyasının, eləcə də türklərə yaxın xalqların yaxınlaşması üçün çox böyük problemləri görür və problemlərin həlli ilə bağlı özünün yanaşmaları var. Yaşar bəy, mikrofonu zəhmət olmaz açın. Mikrofon işarəsinin üstünə belə vurun, açılacaq. Ya bu yaşlı nəslinin texnologiyanın deyəsən heç arası yoxdur. Torunsuz keçinmək mümkün deyil deyəsən. Oğul da deyəsən evdən gedibdi. Yaşar bəy tək qalmısınız. Açıldı mı? Açıldı mı? Tabii açıldı. Deməli çalışanda tüs çalışsa alınır. Ruhdan düşmür. İrəli. Şimdi sevgili Kurban Bey, zaman çok uzadı. Kıymetli misafirlerimizin zamanını almak istemiyorum. İleride söz hakkı verirseniz geniş geniş konuşurum. Buyurun. Said Bey ile Azat Bey'in heyecanlı takdirle karşılıyorum. Beni motive ettiler. Said Bey'e bir itirazım var. Ak saçlı dedi. Hayır, aksakallı dedi. Ak saçlı. Bizim atalarımız 1000 yıl önceden hiç sakalı yokmuş. Sakallarını alırlarmış. Ak saçlı. Şimdi elimde 15 tane Dede Korkut heykeli, resmi, rölyefi var.
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan. Hepsinde başında cübbe, sırtında hırka, uzun bir sakal, kucağında bir saz, feri geçmiş bir ihtiyar. Yani yaşlanmış, çökmüş. Benim ata dede, bilge ata dedelerim öyle değildi. Değiştirmişler. Giyim kuşamlarını değiştirmişler. Ona şiddetle karşı çıkıyorum. Yani bir doktor hastasına iyi teşhis, doğru teşhis koyarsa tedavi eder. Yanlış teşhis koyarsa öldürür. Tarihimize teşhisimizi doğru koymalıyız. Doğru bilmeliyiz ki doğru bir zihniyet üzerinde ileriye gidelim. Yanlıştan kurtulalım. Azat Bey, can kardeşim, gök tevri dedin. O bütün kitaplarda da gök tevri yazar. O da düşük bir kelime. Gökteki tevri. Benim atalarım yukarıdaki mavi göğe tevri dememişler. Onun üstünde gökteki tevri. Varlof bunu o kadar şey yapmış. Gök tevriye bir anlam verememiş. Gök tire tevri diye yazmış. Yani o dekiyekini bizim Türkçedeki bilseydi gökteki tenri derdi. Gökteki tenri derdi. Biz ona gökteki tenri diyerek tam yerine koymamız lazım. Dolayısıyla da karışık büpem bir tenri anlayışı değil. Doğru yerine oturdurmuş bir tenri anlayışıyla düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Yaşar Bey, minnettarım. İcazı verirsenin sonunda yekun söz olarak bu ideyanın müellifi hürmetli Ruslan Bey'e söz vererdim. Artık 2 saatten artıqdır ki biz konferansımız devam edir. Bence yekunlaştırmağın vaxtıdır. El eləyək ki sabah bunu yayında da tamaşaçılar baxmaqdan yorulmasınlar. Ruslan Bey, buyurun, söz sizde. Ruslan, откройте, пожалуйста, микрофон. О, пожалуйста. Когда Саид говорил по поводу чеченской культуры, традиции, обычаи, мне вспомнился Эвлия Челеби, который был направлен, географ тюрк, который был направлен на Северный Кавказ, в Чечню, в частности. У него есть замечательная книга о устройстве чеченского быта, культуры, их духовное развитие. Хочу отметить, что он отмечал, он удивлялся чеченской культуре, как они воспитывают своих детей. Там указывалось, что чеченцы никогда не вызывают своих сноха, если сноха находится в семье, они прежде чем позвать свою сноху или сына, отец семьи должен был посмотреть к дверям своего сына. Если там веник стоит, они заняты, и их нельзя беспокоить. Если веник лежит, только в том случае можно позвать даже свою сноху. Не тревожьте их тогда, когда они одиноки. Это термин Эвлия Челеби указал еще в 1615 век, когда он пришел туда, в Чечню, и он говорил очень много что о чеченцах. Он о благополучии этих ихних садов, поля, как они выращивают скотину, террасное обустройство земли. Все это он сказал. И поэтому я просто это хотел добавить. И спасибо за внимание. Хотелось бы побольше поговорить о создании фонтана тюркских народов. Очень было приятно слушать всех вас. Спасибо. Я сказал все. Спасибо вам. Еще наш трех мы дослар. Олар. А мы Руслан дедини тәрҗемәне сора. Тәрҗемә ярам, ама özüm de bıçağımı sözdüm. Buyurun, buyurun. Значит, demek Ruslan Bey deyir ki, bayaqları Said Bey Çeçen xalqı haqqında, Çeçen mədəniyyəti, keçmişi, bugünkü durma haqqında danışanda mənim yadıma bir şey düşdü ki, Çeçenlərin həyat tərzi, məişəti və mədəniyyəti haqqında
təsəvvürləri haqqında ən yaxşı, ən dolğun məlumatları zamanımıza məhz Türkiyədən gəlmiş, Osmanlıdan gəlmiş Övriyə Çələbi səyahətnaməsindədir. O məhz Qafqazda, o cümlədən Çeçenistanda olub və o xalqın, o toplumun yaşayışı, dolanışığı barədə çox geniş məlumatlar yazıb. Bir sıra misallar da çəkdi ev, məişət, ailə, içi münasibətlərdən və o məlumatların da bizim tariximiz üçün, keçmişimiz üçün əvəz olunmaz, çox təkrarsız olduğunu da sonra qeyd elədi. Yəni, qədimdən bu mədəni mübadilədə Türkiyə və Qafqaz arasındakı münasibətlərin bir nümunəsini də çəkdi. Mən hesab edirəm ki, biz, bu artıq mənim sözümdür, yəni Müslüm bəydən sonra, mən hesab edirəm ki, biz növbəti toplantımızda bütün tarix, keçmiş, mədəniyyət və bütün rakuslardan söhbətləri dayandırmalıyıq. Biz konkret Türk keçməsinin, deməli, bu layihənin həyata keçməsində hansı məlumatlar aldıq, nəyi şördük, nəyi topladıq və bundan sonra hansı addımlar atmalıyıq. Bütün toplantılarımızı yalnız bu istiqamətə yönətməliyik. Çünki bizim gələcəkdə görüləcək işlərimiz var. Vaxt gedir, zaman gedir. Bizim işimiz 2023-cü ildə bu layihəni gerçəkləşdirməkdir. Ona qədər, 2023-cü Lozan sazişinə qədər. Təşrif hər halda belə olmuşdu. Tez eləmək olar, amma gec olmasa yaxşıdır. O baxımdan görüləcək işlərimiz çoxdur. Deməli, memarlarla danışılmalıdır, memarların fikirləri söylənilməlidir. Yəni, daha çox işgüzar yönələk. Əlbəttə ki, bu tarix keçmiş haqqında danışıqlar da lazımdır. İndi buna da toxuna bilərik, amma layihəmiz yaddan çıxmasın. Bu qədər. Я сказал, я перевел Руслан твои слова, и потом сам выразил пожелание, что со следующего нашего заседания мы постараемся поменьше говорить о прошлом и культуре, нужно больше обращать внимание проекту Тюркского фонтана и поговорим больше всего о том, что мы сделали и что нужно будет сделать впредь, потому что у нас времени очень мало, мы должны успеть до 2023 года построить фонтан. А делов очень много еще. Вот так что нужно как бы больше на такое, на деловое русло как бы настроиться. Времени очень мало. Нужно поговорить с архитекторами, нужно собрать те проекты, значит, те предложения от людей, которые участвовали и готовили. Вот я сделал такое предложение. Ну, история, конечно, поговорим, я тоже... Так это не совсем. То есть нельзя, чтобы все время все наше заседание было посвящено именно этому. Курбан бей, у нас уже второй представитель Туркменистана включается. Чемен, вы тоже какие у вас будут предложения, можете добавлять? Курбан бей, я попросил вас добавить мою, так скажем, рабочую партнершу, тоже группу, нашу группу, для того, чтобы какие-то предложения, инновации какие-то насчет того же самого фонда, если вы помните, в прошлых наших разговорах, там, насчет камня, насчет земли, было, если вы помните. Да. Спасибо, я тоже закончил. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо всем. Gəlin yekunlaşdıraq, artıq 2 saatdan çoxdur. Mən hər birinizə təşəkkür bildirəm, minnətdarımı bildirirəm və sonda Paşa bəy istədim bir şey deyəm ki, o deyir, bulaq başına gələn oğlanın dərdi su deyil, yarı görmək üçün bir bəhanədir. Əslində baxsaz, bu fontan məsələsi istər türk dilli xalqların, türk dilli dövlətlərin, istərsə də onlara qonşu və dostların xalqların yaxınlaşması üçün bir bəhanədir. Güman edirəm ki, bizim bu söhbətlərimiz tarixdən də, mədəniyyətdən danışmalıyıq, kinodan da, teatrdan da, dillən də, ədəbiyyatdan da ki, xalqlarımızın yaxınlaşması istiqamətində Turana gedən yolda bir cığır da biz açsaq. Hər birinizə minnətdaram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Növbəti konferansımızın vaxtını müəyyənləşdirəcəyik. Hər birinizə təşəkkürlər. Uğurlar, sağ olun. Ешара Курбан.
Вот, benim yani ne poli. Dediğimi soruyor. Benim ne dediğimi soruyor zannediyorum. Siz tercüme etmedin mi Paşa Bey? Yok. Paşa Bey zahmet olmasa... Tercüme etmedik. Yaşar Bey desen... Yaşar Bey... Только что увидел, что он вышел. Yaşar Bey ничего так по поводу фонтана он не сказал, он впервые сегодня участвует. Он как бы добавил к выступлению Азат Бея насчет, он говорит, что мы до ислама, я так помню, во всяком случае, его выступление, что говорит, что мы верили в тенгрианство. Ну, об этом периоде рассказал. И еще считает, что заметил, что мы Ахсакал это белая борода, белобрудый. Да? То есть мы не так, а у нас называли с белыми волосами. То есть еще в древности мы брили свои... Седые волоса. Нет, брились и так далее. Ну, дал такую небольшую заметку про культурность, про цивилизованность и так далее. То есть существенного Саидбая выступления по поводу нашей темы не было. И само выступление было очень кратким, буквально 2 минуты всего было. Он как бы дополнил, он сказал, сделал дополнение к выступлению Азат Бея. Okay, я прав, по-моему, Чемян ханым, да, по-моему, так и было. Можем... Я многое не услышала, потому что у меня интернет тут плохой, поэтому вы срывались. Но то, что я услышала, да. Единственное, я хочу добавить, что Аксакал, ну, даже если у вас бороды нет, для нас Аксакалы – это люди, которых мы чтим. Люди, понятно, которые имеют и мудрость, и, как говорится, года в них. Поэтому для вас, для нас всегда, для нас даже женщины Аксакалы. Да. Это не длиной бороды измеряется. Да, абсолютно. Вот я и говорю, что даже для нас даже женщина, они аксакалами считаются. Да. Окей, договорились, аксакалы. Спасибо вам большое. Спасибо вам всем. Всем вам доброго. Было приятно познакомиться. До следующего воскресенья. Пока. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. До свидания. Сау. Yeah.